Ну, я думаю, мы не мастера в этом, поэтому мы не можем ответить. Хочешь ли ты со мной потанцевать? Мне кажется, нужно сделать комплимент, чтобы девушка была расположена к парню, чтобы ну, она чувствовала себя комфортно, потому что танец — это более близкое знакомство с человеком. Даже себе представить не могу. Ну, главное, чтобы она была не маленькая сильно, а чтобы было удобно. Ну, с ней танцевать. Ну, я даже не знаю. Я считаю, следует выбрать девушку именно ту, которая тебе нравится, а не по внешним параметрам. Посмотреть на нее и просто пригласить. Чаще всего парни выбирают девушек на танец для того, чтобы была симпатична и была приятна, то есть чтобы было приятно танцевать, но я думаю, что стоит выбирать вот ту, которая понравится. Которая вам нравится лично. Я думаю, в соответствии с весовой категорией и по росту больше подходит. С которой ты будешь чувствовать себя увереннее в танце, ну и которая у тебя вызывает больше симпатию. Нет критериев никаких. Какая понравилась, такой выбирать.